Шалом, дорогие друзья! Итак, книга Дворим, завершающая книга Торы. Сегодня у тебя специально с такой природной сделал урок. Во-первых, я хочу себя поздравить. Мне сегодня по Григорианскому календарю 71 год. И, очевидно, я теперь могу преподавать. Сказано так. Вот слова, которые говорил Моше всему Израилю. Так начинается наша книга, книга Дворим. В дословном переводе это книга слова. И на святом языке слово «давар» и слово «дело» звучат одинаково. «Давар». Да, дело и слово, то есть слово и дело. И это не совпадение. Слово и дело у Бога это одно и то же. В идеале у человека тоже. Создавая мир, Бог создавал каждую вещь, вызывая ее к жизни именем своим. Сказал Бог, да будет свет, возник свет, сказал и так далее. И это не значит, что после такой переклички каждый элемент творения выходил на самостоятельную орбиту и шел себе дальше. Нет, Бог не только создал наш мир, но Он и продолжает его поддерживать каждый день, каждую секунду. Это мы только немножко, так сказать, помогаем хаосу. Поэтому это только Он сохранял, несмотря на наши действия, и наш вот этот дом земной, и нашу обстановку. Своей речью Он нас окружает. Мы все входим в Его речь. Его слова дворим, да? Это все сущее существует только потому, что Бог продолжает говорить, и что Он постоянно ведет диалог с сотворенным миром. Сейчас и всегда, и вот с нами сегодня, в эту минуту ты встал, проснулся, вот этот диалог начался. Вся реальность – это только Бог. И когда Тора говорит «Эйн эд мильвадо», да, нет никого, кроме Него, то не имеется в виду, что есть в мире один Бог, а остальные – выдумка. Нет. Ничего вообще, кроме Бога, нет, убирающего все творение. Это сложно, но попробовать надо понять. Идолопоклонник – это не тот, кто бьет челом истово, да, там, истуканом, да. Это вполне верующий человек, например, утверждающий, что Бог создал мир и куда-то там пошел играть. Поэтому идолопоклонство начинается с малого. Первые люди не сомневались, что Бог сотворил мир и все, что его населяет. Поколение Эноша уже возникла ошибочная концепция, что звезды и так далее. В результате произошло то, что произошло. Знаете, я всегда, вот, начиная книгу Дворим, рассказываю одну короткую историю, сейчас повторю ее. Один ешеботник учился, да, в ешиве, обручился с девушкой, и вот зашел, их еще несколько человек, человек 5-6, и вот пришел их глава ешивы поздравить, и вот он зашел с гморой, прочитал им отрывок, и встали у подножия горы. Что за странно там? Там встали, там у подножия горы. Если вы принимаете написано, хорошо, а если нет, там будет ваша могила. И всегда задают вопрос, что значит там? Здесь будет ваша могила, говорит. Как, почему написано там? И вот если вы сейчас секунду подумаете, да, то глава ешивы сказал, я открою тайну. Есть одна могила, которая называется там. В ней похоронены все надежды и ожидания, стоящие перед человеком. Ребенок идет в школу, там, пока не учится, ему говорят, ну, думает, там научусь, да. Начинается семья, там, никто ничего не работает над семьей, думает, там, почему в свободное время все рушится и это. Каждый раз, когда человек говорит там, в дипломе низкие оценки, там, на работе нет, там, не доучился, там, прогулял, там. И каждый раз, когда мы находимся на пороге вот этого там, у нас ничего не получается. По какой причине? Это и почему Баба Ишива рассказывал ученикам перед свадьбой. Он сказал, у вас сейчас событие великое. Мне ведома надежда каждого, который вступает к новый день. И сам говорит, я желаю вам добра. Но если вы страдаете синдромом там, то это как линия горизонта, да? Ее всегда видно, никогда не достичь. Вы будете переходить одного там к другому, от разочарования к разочарованию, от отчаяния к отчаянию. Там это место погребения иллюзий. Надо сегодня, какой вывод сделать? Не там и не завтра, а сегодня и сейчас. Надо сказать себе, вот как сказано, а теперь Израиль, сказано на вашей недельной главе, тотчас сразу услышь, что от тебя хочет. Услышь, сделай какой-то шаг. Сегодня в том мире, который происходит, мы обязаны что-то делать в духовном мире. Я подробнее подведу итог, когда мне исполнится 71 год 23 ава, но сейчас я могу вам сказать, что вот итоги за год там что. Мы заканчиваем сейчас с издательством, с Йосифом Михловским, потрясающую книгу «Тегилим» с всеми приложениями, толкованиями, для чего каждая книга. Мы закончили с Рав Спинадель, закончил, точнее, я только помогал, книгу Авраама Тверского, и через несколько дней она выйдет в печать. Мы сделали рассказы Балшемтова для детей на русском языке, очень много из раздательств. Заканчивается сайт, который буквально, ну, с Божьей помощью, там через месяц, наверное, закончим, где будут все уроки, где будут все книги, где будет все очень много. И последнее, в связи с тем, что в мире такое творится, надо добавлять духовности. Я хочу начать новый цикл дополнительных занятий по с мест захоронения разных праведников, собирая ту духовность, которая находится на их могилах. А сейчас вот брахавы от слаха, всего самого-самого лучшего.
И все нас пугают. Да пошли они все. Мы все равно выиграли. Бог с нами. Если Бог с нами, какая разница, кто против нас. Брахава ацлаха.